Раз, два, три. Звук идет. Мы едем по трассе G210 национальной китайской дороги. Национальная она, потому что здесь ездят все, кто хотят, и на всем, чем хотят вообще. Велосипеды, мопеды, большегрузные машины, автобусики. Ну вот только таксистов не видно. Таксисты, видимо, ездят по платным дорогам, потому что у их пассажиров больше денег гораздо. Выехали наконец-то из города. О, достаточно муторно это было, нервно. Мы не могли найти нормальный выезд. Ну, добрались до аэропорта, не без помощи GPS, конечно. Ну и сейчас уже едем вдаль от большого города. Дальше и дальше. Удаляемся. Воздух стал немного чище. Народу поменьше, дома приземленнее. Ну, в общем, едем да и едем. Посмотрим. Сейчас захотим поездить, остановимся и подумаем, что делать дальше.